Есть несколько решенных вопросов. Есть, в частности, компенсация по ОСАГО, например. 11 реализованных проектов на городе, на республике. И сейчас мы реализуем проект России. Можно вот на этом проекте поподробнее крайне? Этот проект в том числе относится к отстаиванию прав родителей с детей с инвалидностью. Он называется у нас «Инфотека» Фонда президентских грантов. Я в этой организации уже как полгода. Я мать троих детей, воспитываю одна. И нашла поддержку в этой организации. У меня старший сын инвалид. Я рада, что я в этой организации.